Всем привет, с вами канал Art Mania. Сегодня у нас обзор на такую вот краску Сьюз без аммиака 210, ну 2-10. Вот такая вот красочка. Такой цвет получается. И у меня, конечно, вот такой вот. Ну, получится такой, ну, может и классно. Так, цвет у нас черно-каштановый. Наконец настал тот день, когда я могу покраситься. Ура! Давайте посмотрим, что там ходит у нее. Инструкция, перчатки. Так, входит такой тюбик, здесь его половина. Так должно быть, оказывается. Вот. И купила я таких 4 штуки. Надеюсь, что на мои волосы длинные, густоватые, в принципе, хватить должно. Посмотрим, что из этого получится. Вот такой цвет непонятный. Волосы, конечно, я красила с года 3 где-то назад. То есть, ну, у меня где-то вот 2 сантиметра выросло. То есть, волосы у меня фактически не растут. И я их не стригу, соответственно. И мне это нравится. Я надеюсь, то, что я сейчас покрашусь, и они вообще не будут расти практически. Ну, там только седые волосы где-то вот тут. Вот. Где-то сейчас я найду. Что-то за квадратик там бегает у меня. Где-то, короче, тут есть просто огромная такая седая прядь. Прям целая прядь. Которую я хочу покрасить тоже. Вот, ну, просто есть седые волосы вот так вот. Они, да, они растут. Они растут с радостью. Вот, а вот другие оставшиеся волосы, они не хотят. Я намыла голову. Прям вот намыла, они прям пушатся у меня. То есть у меня получается тут густые волосы, тут густые, а вот тут вот уже к низу они совсем тоненькие, другого цвета. Но я не хочу состригать, мне нравится моя длина, очень безумно нравится. Вот. Ну, как вот могу себя показать. То есть, ну, они почти уже доросли до пояса, эти волосы. И я хочу их покрасить. А, наконец-то. Наконец-то я могу покрасить их. Ура! 3 года я ждала этого. 3 года. Наконец-то дождалась. 3, по-моему, 3. Вот, правда, уже у нас август. Начало. Не знаю, там, когда этот ролик выйдет, наверное, в ближайшее время. Ну, ура! Я пошла краситься. Так, ну вот, смотрите, мои хорошие. Пришла я, покрасилась. Заплатила всего 650 за покраску. Девушка прям очень-очень добрая, классная такая прямо, ну как женщина лет 50, 45-50 где-то так. Пока я была у них, там мне казалось, что вот тут где-то прядь прям не прокрашенная. Ну, дома посмотрела, вроде бы все прокрашено, вроде... блин, такой классный цвет. Мне так нравится, помните, когда-то я была таким темным цветом, единственный вот блеск. Ну вот дома смотрю, он есть, а на улице я особо не заметила. Но мне кажется, скорее всего, это у них там шампунь какой-нибудь самый-самый-самый простой. Классно, мне очень безумно нравится. Не знаю, как там будет с той стороны. Не знаю, красиво там, некрасиво. Такое. Совсем другая, она еще говорит, ой, вы совсем стали другая, вам так идет. Так классно. Говорит, ну, было бы здорово, говорит, если бы там какие-нибудь пряди сделать желтого цвета, такие вот, чтобы вот они были, приходите обязательно ко мне, тра-та-та. Я такая, типа, да-да-да, но нет, конечно, нет, никакие пряди мне нафиг не надо, тем более желтого цвета. Ладно, если бы еще там голубой или розовый, там что-нибудь типа такого вот. Еще ладно, но какие нафиг желтые пряди, у меня и так их было полным-полно. А тут прям вот шикарно, мне очень безумно нравится. Прям очень классно. Очень такие прям. Ну, темные, конечно, немножко еще смоются. Вам мама сказала, возможно, придется покраситься еще раз попозже. Вот, у нас уже в Самаре нигде краски это нету, не продается. Именно вот какая там она была, сейчас уже не помню. Именно вот этого вот цвета на Вальберисе есть, 375 рублей. Вот, я одну заказала, сейчас еще одну закажу, 2. Кстати, ушло у нас 2,5 пачки. На все волосы 2 полные, еще половиночка. Вот. Так вот прям видно, не видно меня. Короче, как-то так. Мне нравится. Мне очень-очень нравится. Я очень сильно боялась, что будет оттенок красный, потому что там
черно-каштановый, что ли, как-то там называется, потому что каштан как красный. Вот, фотки смотрела я, кто девчонки красился, у некоторых есть оттенок. У меня, слава богу, его нет, слава богу, его нету. Все, теперь я стала другая, снова красивая. По улице иду, на меня прям вообще мужики прям смотрят так. Ну, редко, наверное. Ну, в принципе, да, я начала уже смотреть на всех людей, как другие люди, какие у них волосы, как они выглядят. Действительно, очень редко встретишь человека, который будет полностью про такие прокрашенные волосы, то есть без всяких там полос каких-то, там отросло, там не отросло. Не знаю, кстати, интересно, через какое время у меня там отрастет. С учетом того, что у меня волосы практически не растут, только растет одна седина, посмотрим. Интересно даже. Ну, классно прокрасилась, всего 650 рублей. То есть, если бы поехала моя подружка, как раньше я красилась, она сказала, будет стоить 1500 рублей. Плюс еще моя краска 1500, то есть 3000, нафиг надо.